Миссис Саксон, позвольте мне представиться. Я ваш новый комендант. Боюсь, с предыдущим начальником тюрьмы произошло несчастье, после которого быстро не возвращаются. Мистер Фьюсис, если вы готовы. Вы хорошо хранили свой секрет, миссис Саксон. Ваш суд был тайным и без присяжных. Так что никто не знает, кем был Гарольд Саксон. Откуда он пришел? И почему вы убили его? Поставьте ее на колени. Но были и такие из нас, кто никогда не терял веру. И в мудрости своей Гарольд Саксон подготовился к этому моменту. Он знал, что может умереть, и подготовил нас. Сегодня, миссис Саксон, он вернется. Как написано в секретных книгах Саксона, эти эликсиры жизни. Послушайте меня. Неважно, что он сказал вам. Вы не представляете, что вы делаете. Мистер Фьюсис, катализатор. Что вы делаете? Отстаньте от меня! Не надо! Не надо! Вы были женой Саксона. В вас его генетический отпечаток. Это все, что нам нужно. Финальная биометрическая сигнатура. Нельзя возвращать его! Нельзя! Я умоляю вас! Остановите все, пока еще не поздно! Мы пожертвуем собой, чтобы Саксон мог жить! Разве вы не понимаете? Он обманул вас! Его даже зовут не Гарольд Саксон! И это тоже было написано! Его имя! Мастер! Никогда! Никогда. Никогда не умру. 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 О, Люси. Милая Люси Саксон. Моя верная жена. Не твой ли поцелуй вдовы вернул меня к жизни? Ты убьешь их! А позволь им умереть. Они — это только начало. Все глупые, вонючие человеческие ничтожества окажутся в могилах. Разве ты не слышишь это, Люси? Этот звук. Этот барабанный бой. Громче, чем когда-либо прежде. Барабаны. Нескончаемые барабаны. О, как же я скучал по ним. Но никто не знал тебя лучше, чем я. И я знала, что ты вернешься. И все это время твои ученики готовились. Но и мы тоже. Что ты делаешь? В секретных книгах Саксона шла речь об эликсирах жизни. Я никогда не была столь умна. Но у моей семьи были связи с людьми, достаточно сообразительными, чтобы составить противоположность эликсиру. Даже не смей. Я приказываю тебе, Люси. Ты подчинишься мне. Пока смерть не разлучит нас, Гарри. Нет! Тюрьма Броудфелл.